Построила я лекала на только что принятое платье в клеточку. Обзор на ткань был, на модель был выше. Так, что у нас получилось по лекалу? Так как лекала, вот я строю всегда от низа. Вот наша сетка чертежа. Начнем со спинки. Так, построила спиночку. Тальевую выточку пока не стала на лекале рисовать. Вот сразу заложила дополнительное, как бы, заужение спинки. И в талию добавила маленькую выточку. Как бы приталивание закладываем в конструкцию изделия уже. К бедрам идет, сходит к сетке чертежа. Эта выточка у нас. Так, плечо, прайма. Дополнительное углубление праймы у нас идет на 4 сантиметра, потому что у нас рукав вточной на углубленной прайме. Померила у нас высота оката. Вот уже вот от готовой праймы мы меряем высоту оката. Для построения чертежа нам это нужно будет. Длину праймы у нас есть. Тоже вот. Все построено, пройму измерила. Вот отсюда у нас берется эта мерка. Длина рукава по мерке, обхват запястья, обхват плеча. Все это по меркам при измерении клиента. Так, по полочке. Вот у нас там по модели, в описании выше есть видео. Но у нас нагрудная выточка, вот эта, которая по базовой основе. Вот она у нас получилась. Да? У нас нагрудная выточка переходит в тальевую. Ой, в тальевую. В талию уходит. Такая будет у нас выточка. Вот, мы нагрудную закрываем, здесь разрезаем, у нас открывается здесь нагрудная выточка. То есть она у нас переведена в линию талии. Тальевой выточки на полочке не будет. Пока оставила тальевую выточку боковую и тальевую по спинке того размера, который у меня получился по расчетам. И за счет того, что вот мы сделали здесь дополнительное приталивание, то есть как бы вот от выточки, от тальевой мы уже можем отнять ту величину, которая ушла вот в середину у нас, да, в спинку. У нас здесь останется 2 сантиметра. Но я так думаю, что мы, наверное, понемножку, ну это на примерке уже все будет, понемножку боковой шов приталим и, может быть, при необходимости еще заберем средний шов в спинке. Вот здесь, если у нее будет тут свобода большая. Все, я так думаю, мы обеспечим ей это. Потому что человек хочет такое свободненькое платьице. Так что вот. Так, по бедрам. По бедрам бедра у нее больше, чем сетка чертежа. Значит, мы делаем внутри сетки чертежа расширение по линии бедер. И вот такие ножнички я рисую. Потом я разрезаю вот этим зигзагом. У меня получается здесь четкие очертания спинки. Здесь четкие очертания полочки. Вот эти кончики указывают. И все. Так, все. Ткань я продегтировала, ткань подсохла. Сейчас начинаю кроить. Сначала платье по краю, а потом все-таки вот этот вот красный костюмчик. Все. Обзор платья будет. На манекен надену, покажу, что получилось. И построение рукава буду делать тоже сразу на ткани. Лекала строить не буду. Вот уже по готовым меркам, которые вот я сняла, все будет сразу строиться на ткани.